Здравствуйте, дорогие зрители! С вами снова Алексио Десичкарини. Итак, чистим камин казака 9. После одной-двух топок наш камин, вернее его стекло, покрывается копотью. Вот видите, это стекло не совсем прозрачное. Как я его чищу? Берем старую кисть. На ней написано 75. То есть ширина ее 75 мм. Старая кисть, у которой ворс уже тесанный. Она короткая и жесткая. Берем волшебное ведерко. Это не 10-литровое ведро. Это 5-литровое ведро. Берем кисть и чищаем, чтобы хотя бы часть сажи падала прямо в ведро. Советую чистить после двух топок. После одной это сильно часто, а после трех уже сажа въедается. Ее уже тяжело счищать. Так, это стекло почистил. Если уже сильно закопчено, то можно плюнуть на кисть и растереть. Я это показывать не буду. Теперь вот это, видите, какое закопчено? Стираем. Можно одевать рукавицы. Ну, в данном случае не лень, я обхожусь без рукавиц. Чистим. Вот это вот стеклышко, вот оно чисто. Чистим вот это стеклышко. Ну, естественно, это не надо делать в белой одежде, потому что все-таки как-никак где-то только прикоснешься, сразу пачкаешься. Все, стекла чистятся. Приступаем к чистке самого камина от зала. Вот такой вот совочек печной. Я купил его в Сельмаге. И той же кистью ведерко. Иногда я полностью вычищаю камин, то есть чтобы вся пыль и вся зола проникла в отверстие и упала на противень. Иногда так, просто чтобы отверстия были чистые, чтобы тяга через них была хорошая. Это зависит от настроения. В принципе, по времени не сильно много занимает. Этой же кистью. Пыль из камина не выходит, она, если и образуется, то уходит в дымоход, дымает. Так, ну, более-менее. Крупные угольки можно оставить на следующую топку. Чистим противень.
стараемся не пылить, все той же кистью. Стекло камина я чищу. Дрова у меня демонтаж старых деревянных конструкций, которые в доме. То есть остатки древесины от пристроек всяких, сараев, заборов. То есть дрова плохого качества. Поэтому грязи у меня как бы в камине много. Если дрова лучшего качества, наверное, ее будет меньше. Вот и все. В принципе, камин почищен. Можно приступать к топке. Приступаем к топке. Да? Да? Будем топить? Будем топить сами. Еще раз покажу. Есть? Которой я чищу стекла. Вот такая вот кисть. И чистится довольно хорошо.